В сентябре этого года «Орленок», группа компаний «Газпром Медиа Кит» и компания «Центр Партнершип» подписали договор о сотрудничестве в рамках социально-культурного проекта «Территория кино и телевидения». Его главная задача – показать орлятам лучшие новинки отечественного кино, которые способны вдохновлять, мотивировать и открывать для них новые горизонты. В рамках проекта в 11-й смене орлята посмотрели фильм «Дорогой папа». О чем кино и с кем пообщались после просмотра картины, смотрите в репортаже Лианы Коблевой. Ваша мама акции торговой сети «Акация» завещала своей внучке, вашей дочери. Фильм режиссера Михаила Расходникова рассказывает о бизнесмене, на пути которого возникает одна серьезная проблема. Главному герою, которого играет Владимир Давиченко, предстоит сделать сложный для него выбор между карьерой и семьей. В картине «Дорогой папа» поднимается проблема отцов и детей. История разворачивается вокруг акции, которую бабушка завещает внучке Алине, дочери главного героя. Ее он никогда не видел. Главный герой отправляется к дочке, чтобы уговорить ее отказаться от наследства, но в итоге семейные отношения и ценности становятся важнее всего. А зачем вы вообще приехали? Держись от него подальше. Он врун и манипулятор. Неужели она не отдала бы вам компанию без этого вашего вранья? «Дорогой папа» – это, начнем с того, что это семейное кино, очень душевное, очень трогательное. Некоторые даже плачут в конце. Вот. Что мы хотели донести? Ну, конечно же, вечную проблему отцов и детей затронули. И вот семейные ценности – это главная тема. То, что не надо не бросать ни семью, ни работу. Просто надо грамотно распределять время и все, по сути. Дочку играет 16-летняя актриса Валентина Ляпина. Это ее не первая главная роль. Сниматься в кино начала в 10 лет. Сегодня присутствует вместе с орлятами на просмотре. Когда организаторы приглашают ее на сцену, зал просто взрывается аплодисментами. К микрофонам сбегаются орлята, чтобы задать вопросы о картине и ее актерской карьере. Очень интересно, долго ли вы проводили время на съемочной площадке и было ли сложно сниматься? О любимых сценах в фильме, о трудностях во время съемок, как начать сниматься в кино. Об этом спрашивают ребят. Мария Андреевская из Иваново тоже мечтает стать актрисой, но пока делает только первые шаги к желаемому. Мне действительно нравится актерское мастерство. Я с детства мечтала об этом, но не особо получалось. Я только в этом году смогла, так сказать, продвинуться к своей мечте. Мне было очень интересно, как бы, узнать, как бы, от опытного человека ответы на свои вопросы. Да, мне действительно понравилась ее актерская игра. Завершается встреча с актрисой фотографированием и автографами на память. Уже в следующей смене орлята увидят новую картину в рамках проекта «Территория кино и телевидения». Лиана Коблева, Дмитрий Гришин, телеканал «Орленок ТВ».